Здравствуйте. Сегодня мы изготовим подрамник. Вот. Своими силами. Для этого нам необходимо будет три инструмента. Отрезная машинка, фуганок и сшиватель. И пиктер. Я уже включил. Когда давно? Ну, уже 7 секунд. Мы берем брусочек двухметровый, который продается в обычном магазине 20x45. Это идеальная для подрамника, допустим, небольшого подрамника, идеальная рейка. Вот. И из этой рейки, которая стоит у нас в магазине 35 рублей, мы можем сделать хороший подрамник 40 на 50. Отрезной машинкой делаем, отрезаем угол 45 градусов. Ну вот мы нарезали палочки под 45 градусов. Теперь мы пропустим их через фуганок. Небольшое приспособление, это рейка, которая направляющая, делает нам канавку. У нас появилась такая канавка, которая не дает холсту касаться подрамника. Подрамник готов.